В Магаданской областной думе обсудили предоставление земель многодетным семьям, компенсацию расходов на проезд и изменение бюджета фонда ОМС. Провели заседание члены депутатского комитета по социальной политике. Доходы территориального фонда в 2020 году составил около 6,6 миллиардов рублей. Расходы более 6,7 миллиардов рублей. В бюджете в прошлом году из федерального фонда поступило почти 6 миллиардов рублей. Из областного более 440 миллионов рублей. Также обсудили 2021 год. Доходы в 2021 году предлагают увеличить до 6 миллиардов рублей за счет неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. Кроме того, парламентарии обсудили упрощение предоставления земельных участков многодетным семьям. Поступило предложение сократить перечень документов, которые требуются от заявителей. Например, исключить свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния.